Друзья, у меня здесь жарится бекон с грибами. Картошечка уже намятая ждет. Духовка нагревается, я делаю тесто. Там уже внутри у меня есть стакан молока, 2 яйца. Так как у меня нету кефира, я буду делать свою смесь. Дам еще ложку майонеза, ложку сметаны, немножко соды, соль. Взобьем и добавим муки, так чтобы тесто было как будто на блины. Чуть на оладьи. Всегда я ошибаюсь, как будто на оладьи. Такой густоты, то есть что-то между густым и жидким. Будем заливать, и вот у меня уже друг буквально на подходе мы. Приставная. Это для компьютера подойдет вообще? Что-то она какая-то широкая. Ну, ребята, это уже, конечно, так сказать, да, на улице как бы уже ночь, вечер. Уже дети спят. 11:30 давно уже спят. У нас был очень насыщенный день сегодня. Я сегодня почти не снимала. Практически не снимала. Не, они знают, по какой причине, потому что у меня в гостях был мой друг. Не, ну я покажу, как я там пирог делала, так что они будут знать. Но... Короче, клавиатура пришла, Костя пошел сейчас на почту, проверил, и клавиатура там была. Ой, Кость, это что это? Это клавиатура. Да ладно, так она же большая. Что, думаешь, она подойдет к... Есть обычная клавиатура. Ну, обычная клавиатура, что хотела. А у меня не такая широкая клавиатура, у меня меньше. Не? Ой, подходит, да? Если так не тряси, то вдруг что-то вылетит. Нет, это у нас канадский компьютер. И что это значит? У нас канадский компьютер, а это американская клавиатура. И что, Кис, теперь это значит? Она подходит под нее. На кнопочку Enter у нас другая. Сейчас посмотрим. Ну, а ты, Кися, как Кис ты заказывал? Ты заказывал по марке компьютера или... Или по цене, блин? Я заказывал по марке компьютера. Ну, а как это у них другая оказывается, марка? Оказывается, в Канаде Enter такой, в Америке Enter такой. Я заказывал на американском Amazon. eBay пришло. Блин. Но оно будет работать? А, ну это мы уже подпишем. На кнопочке Enter. Enter это не важно. Это только Enter поменять потом надо будет. Не, это нормально. Ну это нормально, если все работать будет. Главное, чтобы уже включить это все. Боже, неужели в нашем доме хоть что-то еще будет работать? После габиных разгромов. Ну, всего лишь стакан колы вылила. Я iPad разбила. iPad разбила, ты отремонтировала, он, кстати, все равно не работает. Там этот Wi-Fi что-то бракованное, да, Кость? Или ну, это бракованное, или уже сам iPad не тянет? Ну, первый раз iPad очень старый, на iPad уже ему 7 лет, то есть 7 лет. Ему iPad 5 лет, он уже так старый был, что не жалко его. Ясно, ну ремонтируй. We'll be right back.
Доброе утро, у нас сегодня суббота и блинчики в нашем меню. Немножко смотрю смак. Привет, друзья! Мы собираемся, идем на музыку, все уже в машине, едем все на кучу. Почему? Потому что у меня вообще ноги сливаются со всеми вокруг, и немножко кусок моей платья торчит. Но это не платье, длинная кофта. Мы едем сегодня, решили едем на музыку вместе все. И там рядом с музыкой мол такой находится, торговый центр. Там, где бренды можно купить по более выгодным ценам. Хочу Косте какие-то футболки на работу освежить, но немножко пройтись, так, потому что на улице сегодня дождь. Вот, так что мы сегодня этим займемся. Потом вечером у нас гости. Так что не знаю, что мне удастся поснимать. Новости такие, что Костя компьютер не смог. Короче, в общем, харддиск в конце не работает. В общем, я уже так привыкла без компьютера. Я уже отвыкла от этого всего своей депрессии. Ой, в общем, короче, идем на улицу. Плюс 4. Так что весело. Все, мы пошли. Бай. Мы вернулись, и вот Костя примеряет новую футболочку Levi's, джинсики Levi's, хорошие такие, Костя, такие вот слимы, очень классно. Костя говорит, что он как цапля, я говорю, это самая модняцкая, он же худенький, так надо пользоваться его худобой. Если бы я могла такое носить, я бы носила, но я, к сожалению, не могу. Сейчас пока Костя нам будет следующий набор мерить того, что мы купили, мы покажем себя. Мы сейчас немножко перекусим, сейчас будем уже скоро в гости идти. У нас сегодня гости, вечером мы целый день были, гуляли. Мы сейчас в гости Габи идем, ты знаешь, сколько? И Габи! И Габи идет тоже. И мама. И мама, кто еще идет? Моя. Мама. Папа и тоже. Так, вторая футболка. Хорошо, Томми. Футболочка Томми, скидочка там была за какие-то там вообще смешные деньги какие-то. Ну, это так, для дома, для семьи. Идоша, иди сюда, скажешь привет, кто тебя сегодня еще не видели. Идошка, иди к нам сюда. Не видно тебя. Мамин портретик. Так, застань, можно будет на заставку оставить эту фотографию. Так, Инна. Так, а теперь вот этот Кельвин Кляйн мы оторвали сегодня, очень неплохую. Так, Кость, подожди, отойди, Идошенька. Она даже какая-то великовастенькая. Не, она как раз супер, супер. Вот. Черный только надо застегнуть, Кость, пуговичку. Очень прикольная. Она вот сзади просто черная. Габи, не тряси маме руки. Отойди, доча. А спереди вот такая, ну ты посмотри, а ну можно мне продемонстрировать? Встаньте, не шевелитесь. Встань. Да. Встань. Такая вот футболочка. Очень симпатично. Черный цвет, он такой нейтральный. И ко всему подходит. Очень хорошо. Супер. Так, и Доша нам демонстрирует, я там по скидочке тоже в Томе были по $10. Взяла ему на следующий год уже. Так он наверх говорит, мама, не хочу переодеваться, одень так, чтобы не тратить свое время, а то же он такой занятый у нас, быстрее хочет играть, бежать. Давай, это 10-12 лет, одевает на майку, такая с длинным рукавчиком, да. Ну супер, она уже в принципе на тебя. Молодец, иду, встань, просто не шевелись. Ну ты вообще красавчик. Все, теперь вторую рубашечку нам померить. И вторая. Камлит. Габи. И камлит. Это кто, Габи, Чита? Чита. Все, садись, будем смотреть на дошку. Ох, лентяй, не хочет майку снять для мамы. А, ну это еще большевастенькая, да, там, да, тоже. Ну, оно не страшно. Большевастенькая, главное, не маловастенькая.
Нравится, Эдушу? Ну, тебе хорошо. Светлое, конечно, мало практично для ребенка, но окей. Спасибо, Эду. Из гостей время 10 часов. Мы отлично провели время. Сейчас садимся немножечко в наше время попить кофе, посмотреть телевизор. А вам я желаю хорошего дня, спокойной ночи и доброго утра. Bye, до завтра.